Чистотел большой. Чистотела трава применяется в качестве местного противовоспалительного средства при кожных заболеваниях, сопровождающихся зудом, псориаз, экзема, дерматит, также при подагре, туберкулезе кожи, начальных формах красной волчанки. Сок чистотела используют наружно, интушируют кандиломы, бородавки, псориатические бляшки, мозоли папулы, папилломы. Растением лечат гнойный отит и гнойные раны, используют при аллергических заболеваниях кожи. Чистотел большой произрастает на территории Центральной, Восточной и Северной Европы, в Восточной Монголии, в низинах Тибета, в Китае, на Кавказе, в Южной Сибири, по всей территории Украины, кроме высокогорья Карпат. На Урале и в Европейской России северная граница ареала доходит до арктической зоны. Как сорняк произрастает в местах деятельности человека, в садах, на огородах и возле жилья. Основное свойство чистотела – местное противовоспалительное. При применении чистотела уменьшается ощущение зуда или он исчезает, отмечается эпителизация эрозированных поверхностей, уменьшается инфильтрация кожи в очагах поражения. Препараты чистотела способны ингибировать вирус герпеса, энцефаломиелита за счет блокирования синтеза протеинов оболочки вируса. Алкалоиды растения имеют преимущество над некоторыми антибиотиками. Домахилидонин и хилеритрин действуют бактериостатически в отношении золотистого стафилококка и задерживают развитие туберкулезной палочки, сангвинарин воздействует на стафилококк и на некоторые грамположительные виды бактерий, хилеридонин на золотистый стафилококк и некоторые неспоровые формы сибирской язвы. На основе алкалоидов чистотела создан комбинированный препарат, имеющий бактериостатическое действие относительно грамотрицательных и грамположительных бактерий, дрожжевых грибов и трихомонад, который используется при хроническом рецидивирующем афтозном стоматите, герпетическом язвенном стоматите, альвеолярной пиарее, долго незаживающих ранах и язвах, трихомонадном кольпите, эрозиях шейки матки, при нарушениях, связанных с заболеваниями и травматическими повреждениями нервной системы. Хилеритрин и протопин имеют противовоспалительную активность и способность ингибировать активность печеночной аланиноминотрансферазы. Имеющиеся экспериментальные данные о противоопухолевой активности этих алкалоидов противоречивы. Хилеридонин, гамахилеридонин и метоксихилеридонин задерживают деление клеток подобно колхицину. На этом основан механизм торможения роста опухолей препаратами чистотела. Биологическая активность чистотела обусловлена также ферментами, липазой, протеазой и пероксидазой. Протеаза оказывает лечебное действие чистотела при бородавках. Тонизирующие действия препаратов чистотела некоторые исследователи связывают с содержанием флавоноидов и витаминов. В древнем мире чистотел применяли при золотухе и экземе. В средние века растением лечили язвы и зуд, а корнем – заболевание печени. В России отвар растений применяли для купания детей. Чистотелом удаляли веснушки, бородавки, лечили туберкулез кожи. В 19 веке измельченную траву, сок чистотела и настой использовали для лечения злокачественных новообразований, но результат не всегда был успешным. В народной медицине на протяжении многих столетий траву, сок и корни чистотела использовали при лечении псориаза, экземы, чесотки, туберкулеза кожи, трудно заживающих раны и волчанки. Свежий млечный сок – распространенное средство для выведения бородавок, мозолей, темных пятен на коже, доброкачественных опухолей, изредка излечивают рак кожи. Настойка чистотела применяется при ревматизме, герпесе, кожных заболеваниях. В настоящее время в медицине многих стран настой травы чистотела применяют в основном при заболеваниях печени, желчного пузыря, язвенной болезни. Препараты растений используют для лечения пародонтита, гипертрофического гингивита, некоторых заболеваний глаз. Настой чистотела назначают также как слабительное, мочегонное, болеутоляющее и патогонное средство.